Только оппозиционеров, да? Всех снимаю. Ну а вот у кого есть другое мнение, вы тоже их снимаете? Конечно, всех снимаю. Ну а те, кто, например, не выходит на митинги, и кто считает, что военная операция, которую развернула наша страна, таких снимаете? Да, мы все мнения показали. Вот я тоже хочу высказать об своем мнении. Скажите. Меня устраивает то, что... Это шок-контент. Человек пришел сказать, что ее устраивает, видимо, Владимир Владимирович Путин в том числе и все остальное.